Николай Иванович Слепов – это вообще легендарная личность вот, в масштабах ветеранов локальных войн. Вот человек, который прошел Вьетнам, Анголу, ну и ряд других стран, о которых он особо не говорит. Ну вот здесь у нас в экспозиции военно-исторического музея представлены вот эти две страны. Вот фотографии, личные вещи Николая Ивановича. Так получилось, что участник неоднократных встреч с вьетнамскими курсантами и гражданами. Вот, и здесь, в военно-историческом музее, за пределами, вот, связанный с его именно вот, выполнением интернационального долга. Человек, который награжден вьетнамским орденом, очень уважаемый мной, по крайней мере, человек. Человек, который много сделал для музея, для создания вот этой экспозиции по Вьетнаму, по Анголе. Дорогой Николай Иванович, ну, очень серьезный юбилей. Я, честно говоря, не ожидал, что такая цифра. Дай Бог вам, прежде всего, здоровья, чтобы поменьше болячки вас беспокоили. Выглядите вы всегда бодро. Рад всегда с вами встречаться и слышать. Вот. Всего-всего вам самого доброго. Вы знаете, что память о вас вечно хранится вот в этом зале, в нашем Орловском военно-историческом музее. Поэтому еще раз поздравляю вас с юбилеем и желаю вам только всего самого доброго и лучшего, чтобы вас всегда окружали друзья, родственники, чтобы ваша жизнь продлевалось, ну и надеюсь, что мы с вами отметим и более круглую дату с двумя нулями. Спасибо большое.